Stigmatoma oregonans, или же западный муравей-вампир. Этот вид известен тем, что он является специалистом по охоте на многоножек, питаясь в основном геофиломорфами или же почвенными многоножками, а также тем, что пьют гемолимфу, кровь своих же собственных личинок. Стигматомам нужна очень высокая влажность, а во время диапаузы их все еще нужно подкармливать живым белком. Как вы уже могли заметить, муравьи-вампиры имеют необычно вытянутые тела, которые позволяют им проникать в другие муравьиные гнезда, а также перемещаться в ограниченном пространстве. Очевидно, что они являются социальными паразитами, а это означает, что они полностью полагаются на другие виды муравьев в качестве пищи. Муравьи-вампиры проникают в гнезда других видов муравьев, таких как более крупная формика, и крадут их расплод – яйца, личинки, куколки, чтобы питаться ими. А также они потребляют гемолимфу, так званую муравьиную кровь, муравьев хозяев этого же муравейника. Вампиры также любят полакомиться термитами, с которыми в природе у них даже иногда бывают стычки, но об этом в следующий раз.